Трагедию в Щучинске сегодня обсуждает вся страна. Машина на полном ходу протаранила полицейский автомобиль. В Акмолинской области в страшной аварии погибли двое полицейских. Бүгін Айгынның аманында Бурабай ауданында екі бірдей полицей бір мезетте қаза тапты. Страшная смерть щучинских полицейских. Два участковых погибли прямо в служебном авто, которую на скорости протаранил «Лексус». Ахмол облысында екі бірдей участкілік инспектор жол апатынан қайтыс болды. Двое сотрудников полиции погибли в жуткой аварии в Щучинске Акмолинской области. Смертельная авария произошла сегодня утром в Щучинске Акмолинской области. Кокшетау почтили память двух полицейских, которые этим утром погибли в страшной аварии. Сегодня простились с участковыми, трагически погибшими при исполнении. Два капитана, Канат Хамидуллин и Канат Утарбаев, возвращались с очередного задания, в то время как по дороге на бешеной скорости... Служба в органах внутренних дел – это непростая, но необходимая работа. Она требует от сотрудников мужества, выносливости, хорошей физической подготовки, ведь нередко цена этой работы – человеческая жизнь. Профессия защитника правопорядка – одна из самых опасных и рискованных в современном обществе. К огромному сожалению, не обходится без боевых потерь. Так, 15 октября 2020 года в городе Щучинск Акмолинской области водитель автомашины «Лексус», двигаясь по улице Аблайхана на пересечении с улицей Сейфуллина, допустил столкновение со служебной автомашиной «Лада» отдела местной полицейской службы Бурабайского районного отдела полиции. Водитель и пассажир служебной автомашины, участковые инспектора полиции отдела местной полицейской службы Бурабайского районного отдела полиции, капитан Канат Утарбаев и капитан Канат Хамидуллин, от полученных травм скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. Погибшие сотрудники находились при исполнении служебных обязанностей. Глава Министерства внутренних дел генерал-лейтенант Ирлан Заманбекович Тургумбаев выразил свои искренние соболезнования семьям погибших участковых инспекторов полиции. Их профессионализм, порядочность, преданность своей работе неоднократно оценивались как руководством, так и населением. Они пользовались уважением коллег. Весь личный состав органов внутренних дел скорбит вместе с родными и близкими погибших, подчеркнул министр Ирлан Тургумбаев. Должностные обязанности участкового инспектора полиции заключаются в охране безопасности граждан на веренном ему административном участке, пресечении возможных нарушений закона. Так, участковый инспектор, капитан полиции Утарбаев Канат обслуживал аульный округ Атамекен. За 2020 год личным сыском было раскрыто 8 преступлений, выявлено 147 административных правонарушений. Участковый инспектор, капитан полиции Хамидуллин Канат обслуживал Аблайханский сельский округ. Личным сыском было раскрыто 6 преступлений, выявлено 133 административных правонарушений. В феврале 2020 года департаментом полиции Акмолинской области был организован конкурс среди личного состава «Лучший полицейский». Участие в нем приняли и капитан полиции Хамидуллин Канат, и капитан полиции Утарбаев Канат. На имя полицейских в тот период поступило множество комментариев и добрых отзывов от благодарных жителей обслуживаемых административных участков обоих инспекторов полиции. Наглядным свидетельством продуктивной работы участковых инспекторов полиции являются отзывы благодарных жителей обслуживаемого административного участка, на котором и Утарбаев Канат, и его коллега Хамидуллин Канат были узнаваемы, близки каждому жителю и авторитетны. Канат Айдарбекулы, 2018 жылдан бастап, біздің ауылды округта қызмет етті. Жұмысқа сонда адал, еңбекқор адам еді. Қандай халықтан шағым өтініш түссе де, соны уақытында шешуге тырысып, халықтың көңілінен шығып жүрді. Халыққа сыйлы, сонда жақсы азамат еді. Ну, Каната, он как и знал, как хорошего человека. Он был очень отзывчивый, добрый. Хороший человек, настоящий друг, коллега. Ну, сколько любого жителя можно нашему округе спросить за два года. Он оставил за собой только хороший отзыв. Канат 2018 жылдың наурыз айынан бастап осы жерге жұмысқа тұрған. Сол уақыттан бастап тек қана жақсы жағынан өзін көрсетті. Өте кәсіпті. Профессионал маман еді. Халықтан арыз түсті көпке сөзбе бәрін шешіп, халықтың алдында өте құрметті болатын. В любое время мы могли ему положиться, позвонить. Он был профессионал твоего дела, отзывчивый, добрый человек. Сне жауапты,
әділді өзі жұмысын өте сауатты білетін қызметкердің бірі деп білем. Өзінің қызметіне, еліне, жеріне берілген азаматтар деп санайын. Өлімге қимайыз. Жексен бүгіндерді жұмыстан кейінгі уақыттарда осы кабинеттерінде отырып, осы кабинеттерін жөндеп, мен айтамын, жексен бүгіндері не болсындар десем, жай бүгіндері кезекшіліктен басқа да жұмыстарына қолымыз тимейді. Сол кешкілікте осындай қағаздарымызды реттеп, сол талай көріп жүрім. Осы елге де осы азынада уақытта сыйлы болды туыстарына, ағайындарына. Сотрудники полиции всегда помнят и чтят имена своих погибших коллег. Помнить и чтить имена товарищей, быть их достойными – это завет, который передается от поколения к поколению. 16 октября на родине полицейских в городе Щучинск собрались близкие и коллеги, чтобы проводить последний путь 33-летнего Хамидуллина Каната и 38-летнего Оторбаева Каната. От лица всего личного состава Департамента полиции Акмолинской области, ветеранов органов внутренних дел и от себя лично слова соболезнования родным и близким выразил начальник Департамента полиции Акмолинской области генерал-майор Арманбек Баймурзин. Произошла страшная трагедия. При исполнении служебных обязанностей в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два участковых инспектора полиции, капитан полиции Хамидуллин Канат и капитан полиции Утарбаев Канат. Эта потеря является горем не только родственников, но и всех коллег погибших сотрудников. Это общая утрата, и мы скорбим вместе с ними. От лица всего личного состава Департамента полиции Акмолинской области, ветеранов органов внутренних дел и от себя лично выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших при исполнении служебных обязанностей. Оба сотрудника были настоящими профессионалами и преданными службе полицейскими. Пользовались непоколебимым уважением коллег. У обоих полицейских остались жены и маленькие дети. Личный состав департамента полиции оказывает всестороннюю помощь родным и близким погибших. В виде посильной материальной помощи, а также согласно статье 67 Закона Республики Казахстан о правоохранительной службе, семьям погибших сотрудников будет выплачена единовременная помощь. И в соответствии со статьей 66 этого же закона, семье каждого сотрудника будет выплачена денежная компенсация. Капитан полиции Хамидуллин Канат и капитан полиции Отарбаев Канат навсегда останутся в наших сердцах и памяти наших сотрудников. Выразив самые глубокие соболезнования родным и близким погибших, Арманбек Ахимбекович Баймурзин подчеркнул, что их семьи всегда могут рассчитывать на всестороннюю помощь и поддержку со стороны департамента полиции. Память о них навсегда останется в наших сердцах.